такая ситуация у человека. Они сами сделали реально крутой выхлоп, но немножко громко человеку. Сейчас мы будем ставить штатный глушитель, во-первых. Во-вторых, будем вставить заслонку. Заслонка с пультом управления, для того, чтобы было два режима. Один режим громкий, красивый, в обход банки будет идти. Второй – тихий. Всем привет! С нами Алексей, это наш клиент, который приехал на тюнинг выхлопа в ультравыхлоп. Алексей, расскажи, пожалуйста, как пришла вообще идея тебе тюнинга выхлопа? Ну, изначально, когда приобретал автомобиль, сразу услышал то, что выхлоп гораздо тише, чем я ожидал от него. Нажимаю на газ, проходит там 5 секунд, как бы я уже еду 120, и я как бы скорость не понимаю. У тебя сейчас Kia Soul? Да, Kia Soul GT-Line. 1.6 турбо, 300 лошадиных сил. Ребят, смотрите, тут очень мало места между глушителем и пружиной для того, чтобы провести часть трассы. Рядом с колесом тоже, наверное, не стоит, здесь кидать будет. Ну да, да. Забьет. Я думаю, сюда вывести ее будет правильно. Вот сюда. Ну вы сможете, вы сделаете это? Здесь прям вот на донышке. Все-таки, да, здесь места тоже не очень много. Не, ну вот, вот сюда вот можно попробовать. Здесь побольше да, места, да, уже да, грязи да. не так много будет. Давайте, давайте, ребят. Тогда срезайте эту штуку, вешаем и будем пробовать. Ну, как бы, обладая там первоначальными навыками слесарного ремонта и сварки, предпринял то, что купил пламя-гаситель, и решил поменять стандартную банку глушителя и поставить вместо нее пламя-гаситель. Ну, закончилось это тем, что низкие частоты начали очень активно в салон вноситься. Сталкиваюсь с такой ситуацией, то, что нужно там забрать пожилых родственников из аэропорта, да, они садятся на заднее сиденье, и, соответственно, они говорят, а почему так громко? Как бы мне это нормально, а людям это доставляет дискомфорт, а как бы я человек семейный, мне нужно детей возить, пожилых людей, жену, как бы, и это не всем нравится. Подскажи, ты несколько раз переваривал выхлоп, который сам, да, делал? Да, купили обычный пламя-гаситель. Сначала решили сделать прямоточный выхлоп, просто напрямую через пламя-гаситель. Но звук был настолько громкий, что было ездить вообще невозможно, как будто глушителя не было. Потом сделали несколько углов, как бы, чтобы разбить вот эту вот звуковую волну. Ну, все равно выхлоп стал тише, но остался вот этот все равно гул на рабочих низких оборотах при там 100 км в час. Это немножко напрягло. Со сваркой и с выхлопом мы закончили. Сейчас идет подключение заслонки. Для того, чтобы это все было красиво и никто даже не подозревал, что она стоит, мы сделаем небольшой такой технический прорез. Вот через это отверстие будет проходить вакуумный провод. Здесь будет лежать чуть дальше компрессор. Вот прикуриватель наш, куда мы будем подключаться, собственно. Мы сейчас его откручим и вот через низ протянем провода к нему. Все, здесь все закроется, здесь ничего не будет видно, будет все штатно в багажнике. И скажи, пожалуйста, Алексей, из-за чего ты выбрал вот именно ультравыхлоп? Как бы наткнулся случайно на Инстаграм, бесплатную консультацию, как бы сразу на все вопросы ответили. Пожалуйста, в WhatsApp, там, где хотите, любой вопрос, все расспросил, все, что мне было интересно. Ну, в принципе, все, записался, приехал, как бы ребята уже. Сейчас вот работает достаточно быстро. Ну что ж, машина сделана, сейчас будем проверять звук. Круто. Ребята, это реально круто.
На парковке делать нечего, сидишь, короче, нажимаешь. Хорошо, но просто если ты захочешь чуть погромче и штатный звук, чтобы он был не сильно давящий, не громкий, да, то мы можем это сделать, это будет недорого, 7000 рублей, если новый наш резонатор. Твоим это за 2,5 мы сделаем, просто, и у тебя будет, ну, по-другому звучать. Ну, еще интереснее, грубо говоря, так, два звука. Ну что ж, вот и подошел к концу выпуск. Мы доделали Kia Soul, GT Line, сделали управляемый выхлоп с заслонкой. Если вы хотите также, оставляйте заявку, они внизу в описании. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, также в Инстаграме. Подписывайтесь на нас и смотрите огромное количество машин, которые мы делаем. Звоните, записывайтесь, мы рады всех видеть в нашем тюнинг-ателье «Ультравыхлоп». Всем счастливо, всем пока!